Президент Уганды признался в любви к Трампу. Уганский президент выступил с речью, во время которой признался в любви к американскому лидеру Дональду Трампу. Мусевини сказал, что ему нравится прямота Трампа. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевини заявил, что любит президента США Дональда Трампа, даже несмотря на его слова о вонючих дырах, передает Independent. «Я люблю Трампа, потому что он говорит с африканцами прямо. Я не знаю, может, его слова исказили, но он говорит с африканцами прямо», — сказал он. На отеле Трампа появилась надпись «Грязная дыра». Напомним, ранее Трамп во время совещания в Белом доме назвал Гаити и африканские страны, откуда в США прибывают мигранты, «вонючими дырами», — считал. Позднее президент США заявил, что слова, которые он использовал, были жесткими, но не такими. По материалам сайта Newsgra.com.